2014 году средняя зарплата по региону вырастет по сравнению с нынешней почти на 2500 и составит 22 165 рублей. Такие данные озвучил на сегодняшнем заседании правительства руководитель финансового блока области Юрий Парахин. Бюджетные средства, которые высвободились у нас по результатам проведенной работы, а это 178,9 миллиона рублей, направлены на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. И эту работу нам необходимо продолжать. Что касается сферы социальной и медицинской, то здесь дела выглядят получше. Средняя зарплата врачей учреждений здравоохранения была названа на отметке почти в 28 тысяч. Среднего медперсонала почти 16 и младшего без малого 8 тысяч рублей. И обслуживающий персонал, и хозяйственный персонал. Понятно, что до уровня заработной платы, до уровня врачебного персонала или среднего медицинского персонала не можем довести. Но все равно 7800, на мой взгляд, такая разница неоправданная. Поэтому это одна из тем, которые мы должны будем рассматривать и решать уже в бюджете следующего года. У нас несколько недотягивает показатели по детским дошкольным образовательным учреждениям. На сегодняшний день этот показатель должен быть 15200, как по системе общего образования у нас 14500.